97% инфицированных коронавирусом в Карелии не были привиты. За сутки ковид обнаружили у 201 человека. В ковидных стационарах сегодня получают лечение 577 пациентов. 61 из них находятся в тяжелом состоянии. За сутки зарегистрировано 5 смертей от COVID-19. В 2022 году продолжит работу горячая линия Минсельхоза Карелии по вопросам ответственного обращения с животными. Ближайший прием звонков пройдет 25 января с 16 до 17:00 по телефону 77-48-11. Волонтеров Карелии приглашают к участию в конкурсе добровольческих инициатив. Доброцентр принимает заявки до 24 января. Победители получат ресурсную, экспертную, организационную и другую необходимую поддержку своих проектов. Продолжается набор в младшую группу секции спортивного туризма в Республиканской школе Олимпийского резерва. Здесь научат преодолевать препятствия с помощью веревок, подниматься по скальной стенке, ориентироваться на местности по спортивным картам и жить в полевых условиях в палатках. На Сампо ТВ 360 открыты вакансии. Мы ищем журналиста, контент-редактора и режиссера монтажа. Интересная работа, дружный коллектив и творческие задачи. Опыт работы приветствуется, но мы готовы учить. Присылайте резюме в сообщение нашей официальной группы ВКонтакте.